Так, ну что ж, раз-раз, раз-два-три, здравствуйте, дорогие друзья. С вами Казуку Фэмили, и я не знаю, когда я выложу то, что выложу сейчас, либо это будет на мой день рождения, либо после дня рождения, я точно сказать не могу, но я буду отвечать в чате, и мы проходим самую, я бы сказал, нетрадиционную игру, как Амнезия, машина для свиней. Самая, по моему мнению, худшая часть Амнезии. Я скажу почему. Я делал без записи впечатления об игре. Игра оказалась не впечатлительной. Я по ходу дела буду, в принципе, объяснять почему. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобней. Я буду говорить, что и как. Так что у меня день рождения, и я хочу этот день провести как-то особенно с вами. В чатик отвечать, чтобы игру вам показать. Мои впечатления о данной необычной игре в кавычках. Так что не забывайте про лайки, про репосты, рассказывать друзьям. Это очень важно, меня это мотивирует. Всем приятного просмотра, мы приступим. Загрузка в виде сердца. Ну, после данной игры тут действительно можно схватить инсульт. Или аритмию, как это называется, я не знаю. Серьезно, честно. Да, тут еще будет необычный пролог. Я, наверное, майку пока переодену, пока вы смотрите. Я пропустил, что там написано. Daddy. Daddy. Please don't kill me. Жалко, что в этой части нет русской озвучки. Папа, понятно, по ходу интерпретация. Так, я не пойму, у нас глюк с синим фоном или нет? Мне бы это не очень радовало, что у нас сраный синий фон. И он, походу, появляется с горем пополам, походу. Этот, блин, синий сраный фон. Ладно. Либо придется смириться, либо придется видео разделить на две части. Амнезия! Машина для свиней. Да, реально этот сраный синий фон. Как он меня затрахал, а? Надеюсь, угу. Нихера он не пропадет, этот синий фон. Чё я сделаю, алло? Блять, это такая чувствительность конченая, что ли? Я не пойму. Блять, обосраться.
Да не геймпада, блядь, чувствительность. Чтоб я обосрался, а? Твою мать. Ну и куда нам летать? Человека вас нахуй видит. Да плевать на эти записки, тут главное сюжет. Для начала нужен... Папа, папа, найди нас. Да, найду. I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edward, держит, блядь, в клетке. But not Ina. I will take care of жену, походу, можно так прятать. I promise в клетке. You that. О, блядь, свинюшки. Маска свиней. Изуродованная нахер. Так. Ладно, плевать. Нам походу наверх. Я еще хочу в ванну зайти. И непонятно, что и, да? Ладно. Не будем с... Папа, папа, this way. Да-да, я следую за вами, детишки. Играющие в картишки, блин, так. Я, в принципе, уже знаю, что делать. Давай, открывай эту херобору. Ну. There's a bad man coming. Я неплохой человек. Я не знаю, где вы там плохого человека нашли. Так, и по-моему, там должна быть записка. Записка, записка, записка. Я не планирую делать спидран, просто у меня эта часть... Как сказать... Она у меня почему-то требовательна. То есть моя видеокарта просто охеревает от этой части. Поэтому я планирую как-то просто удалить игру с компьютера, оставить ее, блин, в Стиме. Так, стоп. Да давай же. Эпическая сила. Пролезай ты в этот каньон или как-то. Да, ребятки, я вас уже заметил, что вы очень юркие ребятки, да. Я не знаю, мы, скорее всего, попробуем за два захода пройти игру. Очень надеюсь, что у нас это получится. О, да, звук для моих сраных ушей. Кто пытался нас закрыть? А? Кто ты? Смосник. Так, что тут у нас? Какая-то херобора. Я знаю, что в каком-то сундуке... Какой джойстик? Я вообще джойстик не подключал. Что ты мне рассказываешь? Джойстик. Джойстики нам нахер не нужны. Джойстики, хер, джойстики, блин. Так, а куда там дальше топать нам? Я скажу, что игра, она напрягающая. То есть тут столько... То есть, да, она атмосферная, но я вас могу удивить. Но игру делали не те, кто делали первую часть игры. Да, ублюдки, я про вас говорю, блин. Сделали, блин... Это ответ на мой комментарий, что вы ублюдки? Хм, злятся, значит, правда. Да. А вы что хотели? Открывайте сраные двери. Нахер они вообще нужны? А нам сюда? Куды нам? Телефончик. Алло. Hello. Precious Eagle Cactus. Фрукт орлиного кактуса? Ага. Видимо, вам кактусы и помогут. Что вы не кактусные, да? Ублюдки. Открывайте свой тайный проход. Дети бегут. За нами следили.
А если за нами следили, то значит, больные люди были. И следили за ванной, и следили за... Восходящая эпоха разума, разросшая империя, готовая к кровопусканию. Даже не хочется этот бред читать. Бред сумасшедшего. Открывай. Сундуке. Что опять не так? Чем ты меня на этот раз попытаешься напугать? Я должен перейти в другую локацию. О, нет! И мы переходим в банкет в честь Лили. Окей. Ждем. Надеюсь, это не затянется очень долго. Расцветали яблони и груши. На-н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 а. Катюша. Не, музычка тут прикольная, не спорю. Музычка, но не сама игрушечка. Так, ну. О нет, нам надо бежать, левый шифт. Я флэш, блядь. Подожди. Я вот не знаю, вы, наверное, скажете. А вы скажете, я знаю, что вы скажете, потому что вы не можете, сука, молчать. Ну, я в хорошем смысле имею в виду. Вы скажете, а чё ты судишь амнезию? Ты ж, наверное, не играл в амнезию, я играл. Я попробовал у друга поиграть в амнезию бункер демку. Я поиграл, меня она раздражала. Мы ее даже не прошли с ним. Вот. Потом, я играл в амнезию первую часть, она мне понравилась. Пенумбра мне тоже понравилась. Пенумбра тоже, по-моему, от разработчиков. Я не играл единственное только, да и он не играл, мы с ним как-то вдвоем. Все. Опять они злятся, что амнезия это говно. Я не изменю свое мнение. Эта амнезия полная какашка. И вам не поможет даже... Ну вот, Наташку зарезали. А знаете почему? Потому что... О! Блин, может этот скрин сделать? Тоже вроде красиво. Ну, можно выложить. Так. Шалав мен хинды шаф. Денхерс шлахтин трамейнер хэнд. Энди ичи века дич. Инзе офен ванден мэйч. Дизис херс. Сан вейтер дарчер мич, ундер херц гехортмер бич, инди ич вет виеге дич, инде дичер венду хелден лип, дисис херц. Это, наверное, имя женщины, дисис херц. Сочувствуем вам, дисис херц. Траум диси хейлич вент, вирблюд Энди дай энгельт. Траутерн нур им дич шлафен. Зузе хэн. Инфин фалафен. Мэйткин шаф энд ич вер дич. Ви еген фак ю бич. Ну ладно, шучу, конечно. Дорогая, this is Херс. Простите меня, пожалуйста, за мой неровный, неправильный this is face this says. Короче, немецкий. Ладно, я надеюсь, я выложу, и мы поржем. Ну... Выложу отдельно от видео. Ладно, приятного просмотра. Has is this is my speech. Не знаю, почему мне было смешно. Теперь я буду думать, что все свиньи идут из этого. Ты ужасно прочитал. Пианино, твою мать. Ладно, так. Но я надеюсь, я кому... Скрипка, ёбаный в рот. Я скрипки... Нельзя на скрипке поиграть, да что такое, твою мать? Ладно, обломали весь кайф. Так. Расцветают яблони и тучи.
Собирают дети виноград. Может быть, их встретит и Катюша. Но Катюша не хочет виноград. Ага, тут двигать эту херобору. Открой, сука! Бабочки в моем животе. Это любовь к играм. Так, подожди. Двигай, медведя. Опля, двигай. Двигай, медвежутку. Давай. Хопа. Что у нас тут? Тун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. На двигателе двигают. Прогресс, давай. Я двигаю двигатель. Я решаю вопросы. Я отодвину. Я хороший. Чё? Ё-моё. Не, так прикольней. Фак. Мы сделали два классных скри... Твою же мать. Вы чё закрыли проходы, смолоти, а? Я буду заново становаться, суки. Кто там? Опа. Я открою все нафиг. Смотри, я открою, смотри. Опа. А потому что я знаю. Опа. Они не скроют от меня эту темную кровь. Who is here, мазафака? Кто тут who is here, мазафака? Ладно, давай. Двигай, двигай. Отдыхай. Расслабляйся. И летай. Вы от меня ничего не скроете, суки. Что там? Кроватки. Что там в кроватках? Руки кровоточат сильно, я тру-тру, но запах не скрывается. И что? Как я теперь смогу держать своих детей этими руками? Как я могу их целовать на ночь этими губами? Когда я давал эти ужасные поручения, я делал с людьми ужасные вещи. Я терроризировал всю Германию. И у меня... Нам сюда? А что тут? А я в бильярд хотел поиграть. А мне не разрешили. А ну-ка, давайте прослушаем запись. Должен признаться, друг мой, вы выглядите отвратительно. И да, я, похоже, подходил какую-то заразу в Мексике. Понимаю, вам пришлось пройти через такое, что каждый мог сломаться, но вам удалось устоять. Ваш прекрасный завод, ваша благотворительная деятельность — это просто чудо. Для одного такой... Вам все станет ясно, профессор. Но для начала по бокалу. Бухают. Тан-дан-дан-дан. Я отправляюсь на рынок. Я буду плакать всю дорогу, у меня ничего нет. Погнали. Он идет. Куда? Я иду за вами, дети мои. Иду. Только бухлишко с собой прихвачу. Нельзя. Ух, суки. Оу, жестко. Крепота начинается. Я нашел яйцо, окаменелое яйцо. Яйца это хорошо. Я упал. Но я правда падать не хотел против прибывающих вод.
Он сажал ногти в горшок и вырастил пирожок, да? Ладно, погнали. Мы очутились. Come on, slowcoat. It's this way. This way, this way. One way. Алло. Предательство, Мангус, я не простил. И твои дети пали жертвой этого факта, а ты должен их найти до того, как станет слишком... Что ты хочешь, чтобы я сделал? Как я могу их найти? Все время вниз, Мангус, через насосный стол пройдешь в туннель, затем на непробоину и откачай тухлую воду. Да, мы постараемся быть очень проворными, наверное. Нет, тут начинает все падать. Мне это перестает нравиться. Мне нужно вытащить эту херобору, как обычно, и вставить новую. Не одну херобору, а несколько таких. Херобор. Но сначала мне нужно крутануть вентиль, чтобы добраться до одного интимного места. Сейчас. До верхушки самого айсберга. Опа. Я надеюсь, у меня получится. Я ведь не дебил, чтобы сделать правильные решения и все отнести сюда. Скорее всего. Так. Вот тут будет закрыто, да? Да. Я был прав. А в своих решениях я никогда не сомневаюсь. Ибо так и должно быть по системе. По системе. Так, подожди. А почему мне нужно возвращаться назад? Или нет? Или да? Нет. Значит, мне нужно идти сюда. Только я не понимаю, почему дают несколько таких вот штукенций. Вообще должен открыться... А, понятно. Мой косяк. В саду. Каких вы так? Я тащил этот мир на себе, он набился ногами вокруг. Меня. Так, подожди. Ты-то сюда поднялся. Вопрос. Я дурачок. Надо через заборчик перепрыгивать. Твою мать, серьезно? Тут уже был этот двигатель Конгресса. Давай. Ай, как больно! Зачем так больно начальника, а? Так, подожди, а? Ну, вот зачем все должно жутко тормозить? Чего? А, понятно. Это намек на то, что нам нужно именно... Да твою же мать! Ну зачем все так... Да, это, конечно, напрягает, но... Где это? Оставлял эти движухи. По-моему, там надо это, две штуки. Я записку. Ну, вы поняли, да. Так. Катится, вертится.
шар голубой. Кто-то думает, что он синий. Да. Подожди-ка. Слушай, ну не испугаешь ты меня, свинья. Ну не знаю, а что это такое? Папа идет за нами, мы знаем дорогу. Да-да-да, все вы знаете дорогу. Все дороги ведут куда-то в интересные места. Так, подожди, Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. Что ты там попробуешь смыть? It will be fine, you just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? В подвале. Что вы там в подвале держите, что дети пошли в подвал? Всегда в каких-нибудь... Чего? Серьезно, это уже выход? I told you he'd come. А это что такое, подожди? Extraordinary, quite что extraordinary. Впечатляет? And you built it all. Good God, man, you have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine, and fade in my hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Так. Сейчас будет самая, походу, напрягающая тема. Так, а как там это делать? Вверх, по-моему. Детальки вставляем. Детальки, да? Паранкоя, молния, расшибила бы нас. Но мы, как обычно, ходим в экстаз, да? Давай, крути, 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 включай. План схемы такова. О, плевать. Воротник, шея и петля. Два стакана муки, один стакан воды, щепотка соли, горсть рубленого мяса, лаврушка, зеленушка, универсальный ключ от детской комнаты. И все хорошенько перемешать. И бежать. Перемешать и бежать. Что это за локейшн? Бам-б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 ам. О, здрасте. Я бы поделился с тобой своими соображениями, если бы моя челюсть не была скована, и ты бы протер мне глаза. Это свинья говорит? Проверь, внимание, свои слова и помыслы могут быть чисты. Чисты. Чисты, как моя совесть, да? Нажимать секунду. Я пытаюсь что-нибудь интересненькое тут связать. План побега какого-то. Так. Тут. Поешь ландыши, нет? Метирьерли. Так, подожди, это? Где? Это же человеческие челюсти. Никогда нельзя заглядывать в чужие. Ты что такое? Какая-то у нее странная у девушки координация. Ой, какая якобы крепота, но это не крепота, да? Рубашечка. Бумажечка, так. Ладно, не буду я их читать, потому что у нас столько тут затупов начнется чуть дальше. Чего, серьезно, главный герой не отображается? Мистер Зеркало нас подвело? Это что такое?
Используй малые дозы опия. Мы идем. Насосы. О, это мы сейчас выйдем. Да, это мы выйдем сейчас в эту локейшн, да? Здесь нужно заправлять бачок, чтоб съебейшн сделать в другую локацию. Тут свинки нас ждут. К сожалению, это не свинки Пеппа, ну да ладно, так. Сейчас покажем вам родные просторы этого места. А вот и туманный, но не Silent Hill. Как страшно. Завод. Come on, Papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Блин, иногда мне кажется, что тут чувствительность полная херня. Так. Понятно, до конца она не двигается. Нам надо забрать бензобашку. И сейчас я скажу, что делать дальше. Так, тык-тык-тык-тык-тык. Где у нас проход? Да двигай ты его. Эту херню, боковушку. Куда там его двигать? Блин, вот знаете, эта амнезия, она так привыкаешь к этому... Что-то медленно, а? Мне не страшно. Мне совсем не страшно. Забирай ты ее, мать твою. Да. Нет! За нами гонится какая-то Да, вот это страшно. Особенно, когда у тебя косое управление, это еще страшнее. Тут, скорее всего, знаете, боишься не управления, а косого управления. Вот амнезия, она косая в плане физики. Что просто... Куда там втыкать, я нифига не вижу. Опять снова маски. Так, ну, погнали, чё. Ну чё? И хернёй страдаю, да? This way, Papa. Come and see. Will it hatch? Can we take it home? Yes, my darling. Of course we can take it home. Что забрать домой? Трупы, что ли? Вы что, с ума сошли? Нафига нам трупы забирать? Ладно, погнали в церковь. Церковь родная, спасибо за все. Мы проходим. Иначе не все, да? У меня где-то было прохождение амнезии. И скорее всего это оно. Блин, у меня из-за этого Wi-Fi. Блин, мне уже надоело это. Блять, простите, этот вентилятор, ты вроде. Пытаешься. А куда? Так, подожди, а где там проход дальше? Мы в эту комнату, комнатушку-то зашли. Опять свинячьи головы. Обосраться. Так, подожди, а в какую дверь нам топать сначала? Точнее, откуда брать? О, вот этот цвет прикольно выглядит. Мне нравится, ну чё там такое. Открывайте эти двери, блядь. Куда нам топать? Блядь, в смысле? Нужно удерживать левую кнопку.
иголочки взять этот посвечник. Что случилось? Кто она? Кто кричит? Самый криповый момент. Listen, Papa, hold the egg to your ear. You can hear the sea. Кто куда пробежал? А вот сейчас реально кто-то пробежал. Куда мне топать? Где этот гном? Стоп, я обратно что ли пришел или чё? Нафига я обратно пошел? Япона мать. Шутите? А куда мне топать тогда? В смысле, блин? Каким-то образом мы свалили. Ой, блин, да это даже не столько страшно, это напрягающе, вот это нельзя, обходить врагов, туда-сюда, блин, ну вот реально напрягает. Напрягает, как не знаю. Не страшно, нифига, просто напрягает скрипотой. Так, ну а дальше чё? Ну? Магическим образом отодвигаем сундуке.
валим куда? Что это крутить надо? А это типа опять снова. Воу. Это тоже, в принципе, прикольно. Water in his shoes. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. Слишком худой, слишком косой. Так, у нас сейчас, по-моему, будет самый тоже не топовый момент. These men, professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of narcotics. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government. They're like pigs of us all. Yes, one solution, my dear man. How to break the cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. А вот тебе и рай. Блин, как же игра тормозит, обосраться просто. Капец, как же они быстро это передвигаются, блять. Наверх, что ли? А зачем наверх? Они, сука, по низу только передвигаются, они поверху никак не хотят твари передвигаться, хитрые создания. Чего? Типа верят в этим, что ли? Поезд? Нифига себе, я не... Здорово. I am compromised. Our contacts must be briefed and engaged. Beware the wretches who populate this compound. The way you seek is under the pistons. When you meet the saboteur, you will understand everything. Да не ломай ты со злости ничего. Все нормально, мужик. Не парься. Как бы мне мимо них пройти, вот это вопрос. Где низ? Капец, что так игра тормозит, обосраться? Топка номер один. Контрольная комната. А, тут же по очереди надо соединять всю эту херотень. Блин, капец, у меня игра просто жутко тормозит, блин. Я не знаю, какие у нее требования, но моя видеокарта просто... Короче, не понял. Да, блин, открывай ты эту... Извиняюсь, блин, дверь. Еще мне потом сваливать куда-то, блин. Какая там комната? 6, 4, 2. И все это надо открывать. Зашибись. 6. А, это открыто. А тут есть кусочки говна? Кусочки какашек тут есть. И какашек... одна, не два. Ладно, я эти кусочки заберу. Это что, шестерка? Шестерка. Это что, пятерка? Ну, погнали соединять. Где там? Шестерку, наверное. Капец, а тут есть рядышком еще что-нибудь?
Пятерка? Даже пятерка ж, по-моему, не нужна, не? Ага. Шестерка, понятно. Да двигай ты, блин, ее туда, ёпрст. Зажигай. Пятерка. А что нам еще надо двигать? Тройку? Тройку, по-моему, вообще трогать не надо. Или надо, подожди. 6, 4, 2, 1, 3, 5. Тройку надо трогать, да? Ну давай, тройка, так тройка, чё вы раньше-то не сказали, а? Что надо тройку трогать. Закрывай, сказал. Так, 1, 3, 5, а там осталась двойка. А где двойка? Двойка где? А, понятно. Двойка у нас теперь вот где. Твою мать, ну откуда такие сраные тормоза? Япона мать, блядь. Господи, на моем ведре приходится стримить с такими... Я б сказал, когда цензура не позволяет, да? Господи, какие мучения мне приходится делать, чтобы пройти эту сраную игру для канала, а? А дальше куда? Тут же все будет закрыто. Дальше-то куда? Дальше. Да серьезно, блядь. Она хуйня с ним ебаный, блядь. Ладно, какая хуйня, блядь. Нахуй иди, блядь. Мне похуй на твое рычание, ебаный в рот.
Ух, вот это было очень плотно, вот это я почти не сдох, вот это было весело, я понамать. Зато записку подобрал, ёпарасоте. Да. Тут, скорее всего, крепота заключается за счет того, что они бегают быстро. Вот это вообще капец. Залезать в эту штуку надо будет. Ну полезли, чё. Давай, открывай эту херню. В гнезде с яйцами. Теперь заводи стих. Спотыкаясь, он шел по аллее. В его руке болтался ключ. С него капало масло, которое в полутьме смотрелось как кровь. Может, мы действительно за 20 видео пройдем. Капец, игра то 25, то 12, обосраться просто. Тут игра в плане оптимизации просто сосет. Ну, я имею в виду, когда у тебя карта для минималок. Так, куда нам? Ади телефон. Не понял. Вода продолжает подниматься. Ну да. Ну тут уже вторую половину я практически знаю, что делать. Тут надо найти, как вот этот ключ растопить. Опять записон. Записончики, музончики. Так, подожди, погнали вниз тогда. Да, та самая локация, которую я помню. Вот этот механизм. О, помню, тут надо будет вставить. Так. Здрасте. А мы вас не звали, а вы пришли. Представляете? Дорогие дамы и господа. Можно мне, пожалуйста, баночку? Да пошёл ты нахуй! It fell onto his hands and they eroded in front of him. To stumps. To stumps. Next time we will use an equal mix of infusion vitae and orgone disperser. No, no, just take him out. You can dump him in the river for all I care. Так, подожди. Ты сказал, а как нам теперь эту штучку взять? Подожди, сверху, по-моему, ну-ка, секунду. По-моему, сверху она берется. Нет. Подожди, а где эта штучка, которую мы взяли? Одна. Где она? Что за херня? Подожди. А, вот она. Подожди, а как ее всунуть? В какую область нам сувать? Во, в эту. Так. Теперь остается вот эта часть.
где этот олень обитает? Чего орать-то? Орать нам не нужно. Мы к ораниям не готовы. Вопрос, а где там была? Over there, place it in the corner. What? You think I speak Prussian? Do I look like an inbred hog, sir? Who gives a damn what it contains? Just set it down carefully and leave me be. Да пошел ты нахуй! Ну заебись, блядь! С двух ударов выносит эта сволочь пернатая! Блядь, поздравляю! Первая смерть, сука! Ебануться, блядь, просто! Куда этот ебаный идет, блядь? Куда ты идешь, этот вопрос? Лифт сломался, придется искать другой ключ. По этим коридорам бродит дух зла. Хорошо, дух зла, это я понял. А как мне теперь взять? Стоп, а какую херню мы забрели вообще? У нас вообще эта трубка была где-нибудь или нет? Ну как, извините меня, хер мы вообще сюда шли? Чё, блядь? Можно открыть? Хорошо, то, что можно открыть, это понятно. А на кой хер мы вообще сюда шли? Ну подожди, загонами это понятно. А реально? Чего, блядь? То, что там был враг, это понятно. На кой хер мы вообще сюда шли? Бред какой-то. Я, походу, блядь, понял. Теперь нужно вот эту отправить туда. Ага, теперь трубы не дают нам пройти. И что дальше делать? Блядь. Не люблю я все эти телодвижения, блядь. Ой, как не люблю. И чё? Сюда идти? Отправить волшебную пилюльку вниз? Подожди, куда? Сюда. Так, а чё, две пилюльки требовалось или сколько? Третья ж пилюлька уже не может идти сюда, да? Никак. Так, а как эту пилюльку крутить? Я забыл. Загоны. В загонах мы были. В низкотемпературном давлении. Значит, наверх. Подожди-ка. Подожди, а зачем наверх? Вот это вот так крути эту штучку, да? Крути. Давай. Где наш волшебный эликсир? Оу. Нельзя так с эликсиром, ушел.
Оно ж может ломаться. Ломаться нам не надо. Так, наклоняем лампу Аладдина. Давай. Бах! Да будет магия ж магия. Папа, быстрее, быстрее, фастер, фастер, мастер. Так, ну давайте по правилам спустимся. Так. Чего? Так должно быть. Мир дал течь. Мир дал течь. Нельзя беречь. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Тут вообще быстрая игра проходится. Моя бы воля, я вообще за один тримчанский бы ее прошел. Не была бы такая эта скучная игра, как говорится, слово совсем. Записулечки. Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure consistency. God, the stench! This fecal matter is the true product of the age. Очередной раз. Так, подожди. А что тут делать? Крутить, да? Да, с одним выполнилось, да? Чего? Быстрее, Мантус, выключи воду от кнопочки. Вода от винных насосов. Мы тебя ждем. Ну жди меня, блядь. Извини, вот с такими глюками я быстро прям не смогу в ваши эти проникнуть. Чего? Вниз? Так, подожди. Тут надо не обращать внимания на всю эту потайную хрень и идти, по-моему, по второй фазе. А где у нас вторая фаза? Так, если у нас решеточка одна закрыта, то надо идти к решеточке-то. К этой? Или какой? Синс 2 у нас не открывается. Ну, давай, открывай. И что тут у нас? Тупики? Ага. Да, да, мы теперь очень близко. Давай. Погнали. Я скучнее игры не дал, настолько вижу мне скуку, меня даже со скидкой продают, но господи, даже скидка не спасет факт, что игра... Чего? Свинья, нихера себе, а я этого раньше не видел, ну потому что я тестировал, пробегал.
Давай. Так, а куда нам топать? Вопрос. Чего, блядь? Не хочу я лишний раз обсираться. Просто не хочу, нахер это нужно. Лишний раз вот эти левые телодвижения просто. Так, подожди, а куда дальше-то тупить? О, бля. Давай, блядь, спускайся быстрее, это пар сейчас выгоняется. А пар это всегда плохо, нахер. Спускаемся какие-то дебри, блядь. Да давай, блядь, быстрей. Стрёмненько, однако, как говорится, да? Бонькает прям не слабо, я скажу. Стоп. Куда мы пришли? А, смена локации. Слава богу. От моря до горных хребтов. А где? Что-то... А, вот. Это получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? Так, что тут у нас? Подожди-ка. А. You seem to have undergone quite a profound conversion in Mexico, Mr. Mendel. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembarked, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as Redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. Посредник. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. Посредник таков. Мы знаем законы, а ты просто не знаешь, да? Так, бежите. Так, так. I said you'd come. Куда прибыл? Это сейчас нас напугает, обломается херня. Ahead, the trickle to still waters. Я шел дальше, до самого храма. Downward, heaven. Towards a wind that felt the voices of my children. Голоса детей. Beckoning me to set them free. Ну да, это то, что у главного героя приходы. Так, а куда нам, по сути, топать? Если мы эту дверь не можем открыть... Какой злой? Вот что это был, флешбэк? Флешбэк в виде какой-то свинюшки. Так, подожди, надо крутануть один, походу, винтик. Так, а второй винтик мы крутануть не можем, да? Пока крутится один винтик, да? Мне нравится вся вот эта беготня. Тут столько этой сраной беготни. От
открылась новая область, да? Ага. Сюда. Блядь, это было близко. Это было очень близко. И заткнулась на моя пицца. Это было очень близко. Будто меня взяли в какую-то писку. Да, подожди, а что здесь? Что у нас? А, у нас тут ловушка, которая нихера не нужна, да? Значит, мы идем сюда и топаем открывать лишний винтель, да? А где второй? Второй вот он, да? Вроде бы все вентили готовы, нет? Мы воду опустили. Надеюсь, что да. Так, а дальше что? Ты? Вот, ребята! Скажите, пожалуйста, какое помещение? Если не сюда, а куда тогда? Я ни хера не понимаю. Так, подожди, либо я слишком тупой. Я что-то так быстро в прошлый раз игру проходил, что я не помню, что на этом уровне мы могли профукать. Подожди-ка немножечко, да? Тут нас парни херачат. Тут тоже парни. Значит, по логике, что-то твою же мать, блядь. Как можно сбоку путь пропустить, а? Какой я тупой. Хорошо, путь не пропустим. Вот мы прошли уже уровень. Блин, ну вы понимаете, я не знаю, кстати, Сома, там же Сома еще цитать будет. А мы не сидели. Но Сома, мы Сому пока что с вами не увидим, потому что у меня компьютер полная ведерка, я бы сказал, мягко говоря. Ну давай, ну... Наверное, вот этот уровень сейчас проверим. Это у нас что за уровень? Там, где танцующие дети? Да. Танцующие дети. Я походу понял, что это за уровень. Он тоже, по-моему, довольно простой.
Так, подождите. Нам не в ту сторону. А затем ты приехал в Лондон, посадил меня у камина, а затем позвал Зелда с собой силы переделывать их. А затем ты ушел в сад и закопал те расколотые черепа в одиночестве. Ради своих детей, Марк, сохрани для них тот мир, что ты создал. Ради нас всех, окей? Погнали. Жалко смотрелось, конец, что это за место. Christ, what is this place? Да это пульт управления, дорогой мой друг. And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, professor? That we judge the acceptable level of suffering by the human condition. Ask the beggar, professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, Professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane. Гуманность. Да, если бы гуманность, это была бы вообще в нашем мире. Так. Нифига. Ничего не видно. Да давай, просто спрыгивай. Так, вот тут... Аккуратненько спустимся, потому что тут очень-очень высоко. Так, тут аккуратненько надо одну крышечку открыть. Это как радиаторы эти, радиации. Ну как в этом, сталкере. Стержни, во, радиационные стержни. Не знаю, как это херобора называется. Так. Блин, вот это настолько мутная игра, что я просто охереваю. Раз. Ничего не крутится. Два. Подожди, что крутится. Три. И. Восемь. Что, подождать надо, что ли? О! Все крутанулись. Стоп, подожди, там же надо еще главную крутануть или нет? Или главную крутить не надо? Если музыка поменялась, это значит уже все the good? Почти, да? Подожди-ка. The good. Быстрее, быстрее, прекращаются, лица синеют. Они вздыхаются, они вздыхаются. Компьютер пытается на них. Освободи, я сказал. Давай. Освобождаем. И будет... Я жив, я снова дышу. Я восстаю, чтобы осветить небосвод и успокоить воды. Я буду крутить колесо мира и направлю будущее на путь к искуплению, где мои дети. Вы обещали отдать моим детям. Мое время пришло. Больше свиней, больше свиней. Да. Боже,
мальчики. Boys. Мне так жаль. I'm sorry. Так жаль. I'm so sorry. Мандус Диверсант. Вернувшись из Мехико, я снова был поражен грязью Лондона, нищета, вонь, гниль. Мы должны отрезать мертвую ткань и дать этой ране зажить заново. Папа. Так, папа, мама. And emerging. I raised my head to an uncaring sun, and I cursed this world of pain and despair. This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell, and I crawled. Может ли человек пересоздать себя заново? Может ли человек, осознав, кто он и кем стал, разорвать себя на части и начать заново? Являются ли наши души просто крохотными шестеренками, замысловатыми машинами, функцию которых можно, осознав, изменить? Может ли человек, определяемый своими действиями, тем, что он стал считать гнусностью, устроить диверсию собственному телу, пока порождение его души не задвигается по-новому, чтобы он мог проснуться от лучей нового солнца в новом году, в новом веке, с надеждой в сердце, протягивая руки к оголенным проводам, я спрашиваю себя, возможно ли спасение для такого, как я? И если нет, тогда уж лучше умереть среди своих же созданий, чем жить чудовищем. Ясно. Так, ладно. Чудовище чудовищами, а нам нужно продвигаться вперед. Чем быстрее, тем лучше. Чтобы, как говорится, поскорее пройти игру. Так, ребята, где они? Где мы идем? Почему ты спрашиваешь, мама? Ты сам знаешь, ты прекрасный. Поистине дети – самые чудесные и полезные существа. Несчастные из приюта оказались незаменимыми для чистки больших паровых труб. А, понятно. Короче, дети чистили трубы, там были свиньи. Короче, медленные дети. Так. Будем, короче, делать все по сценарию. Так. Мы сломали хиротушку. Погнали. Ты что делаешь, маленькая свинья? Ты думаешь, что я позволю тебе снова меня саботировать, ублюдок? Я мне не летел, ты чертов сукин сын. Ну да, это типа главный герой потерял двух детей. И потом узнает почему. Это ёбаный. Давай, спускайся. Погнали. Это сделает им больно? Очищающий огонь всегда обжигает Мандус. But it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the fiend of flesh? Did it hurt to cut free the gangrenous foot? Больно, конечно. Вместо этого задай себе вопрос, а можем ли мы их спасти? We save them. When did I say that? Разве такое говорил? Это был не я. Это был не я. Жесть. Все? Приходы закончились. И там две коляски шатаются. И фонарик не врубается. Ну, мы упали. Пиздосики. Мы упали. От страха поднялись волосики. Так, я знаю, что тут делать. Тут надо будет убежать. Надеюсь, не вставайте. Надеюсь, нам получится убежать. Лечебная ложка. Жирный маленький кровь.
Так, подожди, я знаю, что тут делать, тут надо сломать. Сломать две трубы. Так. Где третья, мать твою, труба? Блять, валь, 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 валь. Смотрите, какие милые. Три свиньи, ёбаный в рот, играют тут дура. Гляньте, раз свинья, пошёл в жопу. Два свинья, и третья там была, охереть. Все потроха, которые нам не удастся продать в своей системе, мы жертвуем для трудового исправительного лагеря, делаем жители, пожалуй, самыми сытыми неудачниками в Лондоне. Кого-то сытыми делают. Ага, раз, два, три, четыре, пять. Да, по-моему, сейчас город будет. Город сказка, город мечта. Игра, а можешь как-нибудь отвиснуть? Нет? Пожалуйста. Когда мы уже поднимемся, а? Ой, это будет то, что я думал, да? Это будет самое сейчас интересное, да? Воу! Ребята, да вы тут фастуете прям. О нет, что я наделал? Тут куча свиней. Нет, 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 нет. Так, нам нужно передвигаться через свинья. Нет, я знаю, что этот город мой. Я этот город. This is not what I meant. This is not what I meant at all. Я не это подразумевал. Ты собачье говно. Ах, нифига себе. Да, тут кстати приколов, да. Еще под такую музыку. Искупите свои жалкие души. Вы родились в грязи и умрете так сильно. Только через мое искупление грехов вы сможете попасть в мою позицию. На колени, прах, прах, кости, прах. Когда погребальный костюм разгорится, у нас будет такой огонь, что город будет светить, как моя искупление для всего мира. Окей. Искупление будет для меня, понял? Закрывай дверцу. Не хочу я в этом теме участвовать. Давайте просто откройте двери. Чего? Макс, ты меня слышишь? Ты же это запланировал. В смысле запланировал? Я ничего не... Я такое безумие не планировал. Это ты, ублюдок грязный. Так.
По-моему, сейчас будет очень тяжело. Бежим нахуй. За нами смеяться. Блять, иди нахуй, меня не важно. Все свиньи, я чищу улицы, я чищу этот город. Великая промышленность, я чищу древние страны, не короче. Beast! Creature! Where are my children? Where are my children? Серьезно? Все? Этот придурок перестал за нами гнаться? Ну и хорошо. Нам-то от этого лучше. О, дети побежали. Вот тут, кстати, уже крепота происходит жесткая вообще. И все. Возделывание мира. Уже. Я видел осколки, когда так называемый прогресса. Я видел голод, болезни, плавающих в гавани мусор. Мы уничтожители, все мы. И мы засоряем этот мир. Я такие дорогие. Да. Это значит раз, два, три. Ну, что, серьезно, за один стримчанский можно игру пройти? Что-то как-то очень быстро, я бы сказал. Не, ну там будет, по-моему, один тяжелый момент. Рычажок передвинуть. Или два момента тяжелых. По-моему, два момента тяжелых. Так, это у нас... Какой получается там по счету? Нет, там еще надо будет здесь делать станут ли они свободны? Yes, my friend. Да, мой друг, освобожденный от оков. Готовы подняться к небу, а добро подостойно, как мы способны. Покажи мне этим достойным. Все, я понял. А вот это кино, да. Так, хорошо, кинули так кинули. По-моему, нам надо будет вернуться назад. А, это получается, мы затопили. А сейчас нам надо будет идти к нам словить, подняться наверх. А, электричество. А как ее наэлектризировать, эту херню? Подожди. Она электризуется так? Нет. Так, по-моему, свинку мы уже убили. Надо посмотреть, мертва ли свинка. Пеппа. Так, свинка мертва. Хорошо. Нам нужно передвинуть. I know you, machine. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul.
I will destroy you. You are too late, Mendes. My great works are almost begun. Какой твой великий труд? То, что ты больной придурок, это твой труд? Капец, этот Мандус возомнил из себя, блядь, героя. Я не знаю, это настолько короткая игра, что вот ее реально можно... I am here again, at the foot of those stairs. Towards the red light of the nursery. Sunset in the window like a bleeding sky. The horizon has slipped from. The seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Тут ублюдок хавает. Приятного аппетита, засранец. Так, подожди. Я, значит, получается... I can meet him, your great engineer. How marvelous. I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, Professor. I will be right behind you. Manders. Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! Мы свиньи, профессор, мы все свиньи. Дети? У нас дети, ну того, да, того самого. И где мы очутились? Чего? Какая-то бездна закрытая. I climb in stillness now. Blue water runs in my veins. Now I am clean. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am coming to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Забери кого-то там. Как ты говоришь, домой. Все глубже и глубже погружаемся туда. Раз, два. Блин, реально, уже почти финал. Я вообще в шоке. Это убийство. Да валить вообще. Ой, сейчас точно начнется. Что за? Трешня. О чем я и говорил? Трешня трешниковая, да? И как это проходить? Эту всю трешню.
ты бы за собой бы хотя бы нормально закрывал, товарищ. А! Тут сейчас начнется представление. Ха-ха-ха-ха! Вот же лошара, а! Я реально так быстро его завалил? Капец он лох. Чё дальше? Подожди. Открыть эти двери, что ли? Подожди. А какие двери? Подожди, если двери, то какие? Вот эти, что ли? Серьёзно? Я так быстро прошел. Походу, что да. Мантус спускается к духам. Так. Четыре сферы. Ну да. Охренеть, финал. Походу, что финал. Так. Да, финал. И чтоб спасти вас, и чтоб избавить вас, я бы отдал свою душу, чтобы избавить вас от этого мира и его глины. О, дети мои, что же я наделал, в кого я превратился? Жесть. Я все исправлю, родимые, все свои плохие поступки я исправлю и смою все грехи свои. Я люблю вас, мои родные, и я прошу прощения за все, что я сделал. Я просто слишком любил вас в этом мире. Ну подожди. Отложи свой бессмысленный поход, позволь мне спасти их. Ты можешь ненавидеть, но я делаю так, что будет еще большая бойня, да? Что за херня? Да пошел ты нахер! Что за херня происходит? Ублюдок. Так, подожди, он нас телепортнул, а теперь что? Он же мразь. Я за этого говнососа потерял хп. Подожди, а? А что теперь делать? Куда спускаться? Подожди, мне как-то надо спуститься. А, подняться, скорее всего, да? Он же хренов урод. Мы почти игру прошли, надо быстрее это все сделать. Раз, потом два, три, где четвертая эта херня? Четыре. И, по-моему, потом надо будет... Теперь ты попал, чудовище. Остановите его, убейте его. Покончено, настало время. Покончить с этим дерьмом. Ну, точнее, с этим мундусом, херусом. Подожди, а куда нам это? Забираться. А, вниз. Подожди, по-моему, на вниз уже. Если я не ошибаюсь. Так, давай. Да ёб твою мать, ну. Сюда, давай. Опа! О боже, помоги мне, я потерялся в черной черной бумажной крушении. Энах, Эдвин, Освальд, я, вместе целая семья. Да, это уже конец, все. Мы практически прошли игру. Так. За один этот присест.
Ладно, слушай свое сердце, ты знаешь, что ты со мной, ты создал меня, чтобы спасти мир. Я твой друг. Ага. Друг, конечно. Прошу тебя, Магнус, они больше зло, чем ты сам. Мы желали того, чтобы спасти человечество, избавив людей от мучительных, жалких, бессмысленных жизней. Магнус, остановись, подумай о том, что ты творишь ради своих детей, Магнус. Не говори о моих детях, чудовище. Магнус, я не убивал твоих детей, ты принес их в жертву на ступенях храма, зная, что ты будешь лишь делать с ним. Your sons will drown, lungs full of blood and shrapnel on the banks of the Somme. Ты хотел спасти их от ужаса. That is the vision we построили все это лишь, чтобы предотвратить этот кошмар. Ты и я, мы одно и то же, наши души переплелись. Мы достойны освободить их. Папа, я стоял по колени в грязи, полных костей, мои легкие наполнены горчичным газом. Я видел, как пали два моих брата, я лежал со священными войнами, понятно. Я рыл траншеи для беженцев, я убивал диссидентов, вечной мерзлоте, варил голодом вас ради веры. Тень ребенка отличался на закладке, целый дом черепов, джунгл. Дом. Невинный, невинный Мандус, побранный, обиженный, не отравленный газом, не побитый, обиженный, порабощенный, убитый, ваши веры. Они сидят в Мандусе и превратят вас всех свиней. Они упьются в ваши ребра и сожрут ваши сердца. Into your ribs, and they will eat your hearts. Yes, sir. И все? Вот, короче, получается, это и есть та самая машина, о которой речь была. И музыка, конечно, шикарная здесь. Да. Please, Mandus, no. Ради детей. For your children. Ага. Нифига себе поворот. Получается, он в маске свиней. Погнали, чё? Сейчас увидим. Получается, все разрушилось, что ли, исчезло. Бля, ну музыка классная, конечно. В конце классная музыка, я имею в виду. Просто супер вообще музыка. I lay there and watched я лежал the там и смотрел, как умер созданный мной. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man singing to another. Then,
As the last затем, lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. The church bell ringing out, and in that moment, the new century was born. 21 век или какой там век был? Ага, вот эти два брата, да? Закрывайте уже завод. Не знаю, успел, не успел нормально заскринить. Ну все, получается, амнезия машины для свиней пройдена. Короче, создавала эта группа Chanes Room, а издателями был Friction Games, которые создали как раз старые части амнезии. И вот кто трудился, да? Серьезно, два часа? Ну, понятно, что... Ясно. Пропускаю уже титры, да? Конец. Потому что нет смысла титры смотреть. Давай дальше. Конец. Ну вот, короче, как-то так, ребятушки. Мы почти за два часа прошли амнезию машины для свиней. Вот такая вот получилась какая-то... Неоправданная игра, вроде прикольная, но она короткая, мучительная, нудная, душноватая. Короче, она хуже, чем первая часть, вот эта, как «Призраки прошлого». Ну, а всем спасибо за внимание, спасибо, что смотрели в честь моего дня рождения, опять же повторюсь. Всем спасибо за внимание, не забывайте про лайки, про репосты, про колокольчик. А всем до скорого, дружочки. С вами был Казуку Фэмили. Всем огромное реально спасибо за внимание. Мы за два часа прошли такую интересную, в кавычках, игру. Амнезия машины для свиней. Я вряд ли вообще когда-нибудь вернусь к этой игре, потому что она очень плохая и очень бесячая меня. Ну а всем спасибо за внимание. Всем увидимся уже в других игрушках. Мы стараемся. Ради хорошей атмосферы, всем друзья, вам хорошего настроения, тепла, добра и уюта. Всем, как говорится, до скорого, всем всего хорошего, peace, как говорится, the best и the good. А с вами был Казуку Family, всем до скорого, пока-пока.